Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео о том, как брать тяжелые гантели и работать с ними для жима горизонтального или наклонного для грудных мышц. Почему я его делаю? Да потому что видел недавно один ролик уважаемого, кстати, мной человека и блогера. Но то технику, которую он показал, просто убьет, во-первых, ваш позвоночник, вы получите межпозвоночную грыжу, а во-вторых, можете получить серьезную проблему растяжения брахиалиса или даже частичный разрыв бицепса. Две ошибки в одном совете. Во-первых, все вы прекрасно знаете, что нельзя садиться и брать вес из этого положения в наклоне. Это самое опасная, самая вредная и тяжелая нагрузка на поясничный отдел. Никогда так не делайте. Нужно сначала, стоя, как для становой тяги, взять гантели, потом положить их на колени. А из этого положения я уже покажу вам, как работать. И второе. Сама техника закидывания показана была страшная. Нужно было сесть, повторюсь, взять вес с пола уже в сидячем положении, потом, раскачивая гантели взад-вперед, закинуть их вверх. Это тоже крайне опасно, и вы должны этого избегать. Единственная правильная техника – это, конечно же, самое лучшее будет, если ваши партнеры вам подадут гантели тяжелые для тяжелого рабочего подхода и заберут. Но не каждый может позволить себе такую роскошь. Поэтому самая лучшая техника, которой пользуются профессионалы. Подошли, взяли гантели, положили их на колени, потом резким движением закинули их к плечам или в самый верх. И начинаете сжать, начинаете работать. Вот из такого положения вы точно не растянете себе брахиалис, не надорвете бицепс. Также крайне важно возвращать гантели. Если вы будете подконтрольно пытаться их опустить, это также может повредить брахиалису и бицепсу. И потом выбьет вас на полгода из работы. Поэтому взяли, положили гантели себе на колени, мощным хорошим движением закинули их вверх и работаете. Это с гарантией практически 100% убережет вас от травмы на самом начальном этапе движения. Иная техника может повредить, может сильно помешать вашему здоровью и вашему дальнейшему прогрессу в целом. Поэтому, друзья, не нужно выдумывать колесо, изобретать велосипед. Все уже давно изобретено и продумано. Подошли, приняли удобную позицию, чтобы сесть. Взяли гантели с пола удобно, с ровной прямой спиной, как для становой тяги. Поставили их на колени, вдохнули, подготовились и мощным движением ног помогли закинуть гантели вверх. Даже может вам не понадобиться напарник. Но, конечно, если вы работаете практически в отказ, лучше всего, если будет человек, который будет вас страховать. Берегите себя, смотря блогеров, изучая различную информацию, пропускайте ее через призму здравого смысла и, конечно же, сохранения здоровья. Это очень и очень важно. Все остальное вторично. Не забывайте смотреть наш канал. В этом году будет очень много интересного. Мы будем продолжать тренировать Жанну, готовить ее к соревнованиям. А также к нам присоединилась, и мы уже начали сотрудничать и работать с Татьяной. Вы ее знаете как Таня Т-Джим. У нее на канале YouTube больше 500 000 подписчиков. В основном, конечно, это девчонки. Но интересно будет проследить, как я подготовлю этих двух девушек, они в прекрасной форме уже, к соревнованиям, которые пройдут в мае. Будет также еще очень много интересного на нашем канале. Если вы хотите что-то увидеть, чтобы было озвучено в статье или в ролике, пишите в комментариях. Все это будет описано и показано, рассказано для вас. Конечно же, будет еще информация о подготовке к Arnold Classic 2017 Тиаго Себастьяна Ред Халка. Я буду сам с ним тренироваться, а также мы оба тренируемся под руководством Густава Бадала. Это человек, который два раза был третьим на конкурсе Мистер Олимпия. Тот, кто в теме, я думаю, понимает, что к чему.
Будет очень-очень много интересного. Мы открыли новый зал линейки сети Power Strength Gym. Поэтому на данный момент зал один из лучших, и лучшие атлеты тренируются в нем. Увидимся в тренажерном зале, друзья. Всем пока!